Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Harvest Town. И, в общем, тут у нас дали при заходе вот такую наградку. Я, конечно, выберу, наверное, такую бутылочку. Они мне пока что, наверное, будут поважнее, чем все остальное. И пойдемте эту бутылочку скинем, только для начала изучим вот такую вот красивую ограду. Нам дали на изучение. И заберем, наверное, стартовые наградки, там всякие разные. Ого, целых 6 штук у нас уже 28 накопилось. Это хорошо. Это хорошо, кстати, у нас по времени 18.00. У нас, в принципе, еще энергия не закончилась. Ее бы... Ну так, она закончилась, но мы можем еще насобирать энергии в плане того, что использовать. Прямо мы сейчас нажмем сюда, и нам предложат использовать. У нас здесь 28 бутылок молока, мы одну используем. И погнали, пособираем немножко камушка, почистим наш огородик, так сказать. Я думаю, вот это сейчас мы все здесь зачистим быстренько. Вот это все. Так, нет, не то. Давайте киркой, конечно же. А сюда... Так, нет, я пока ничего отстраивать не буду, сюда нужно мне вот такой вот серп. Чё, серп не работает, не понял. А, блин, это ж мотыль. Опа, вы видели, я только что копнул подарочек. Бывает, бывает, прикольно. Давайте тут все пособираем, все поделаем. Тут, кстати, тоже был вроде, да, вот он. Отлично, мы его тоже уничтожили. И, так. Давайте соберем немного камня, наконец-то уже. Все, мы весь камень, в принципе, убрали. Нам что-то пишет. Короче, сейчас что-то нельзя, не знаю. Может, надо будет насобирать ресурсы. Кстати, давайте глянем задание, которое у нас доступно. Да, Bait Workshops. Чтобы построить workshops, нам нужно рабочее место построить. И для этого нам нужны новые штучки. Кстати, нам бутылочку молока дали за то, что мы тут задания всякие выполняем дневные. И вот столько нам нужно ресурсов, то есть нам нужно срубить еще одно-два больших дерева. И давайте этим как раз и займемся. В принципе, у нас для этого все на данный момент есть. Так, ничего у нас нету. Так, бежим, бежим, бежим. Кстати, это надо все полить, а то я как-то не полил ничего, блин. Вот мне интересно, тут можно будет улучшать лейку или нет? Но по идее, думаю, можно. Она, скорее всего, будет работать так же, как и Stardew Valley. Сюда ты не хотел поливать. А Stardew Valley, она как раз при зажиме, типа, на нее. Она как бы брала больше площадь и поливала, типа, там. Целыми рядами можно было поливать, очень круто было, в принципе, сделано. Да и автополивы, в принципе, такая штука крутая очень. У меня вот вопрос немножко удручает. Как мне набрать лейку воды, если вот, к примеру, сейчас у меня не полная, да? Подхожу к колодцу. Chance to double. Где мне набрать водичку? Наверное, может, ее не здесь нужно набирать, возможно, где-то здесь набирать. А, получается, да, то есть ее не в колодце нужно набирать, а здесь. А почему, в чем логика? То есть колодец просто дает какой-то буст там по производству и все, серьезно? Думаю, в нем хотя бы можно воду набирать, ну, адекватно, да, но, видимо, разработчики решили по-другому. Бывает, бывает. Ладно, пофиг, там тоже польем, лишь бы не отвлекаться, просто зажал кнопочку, и она сейчас мне поливает. Ну и отлично. Так, и теперь давайте, где наш инвентарь? Что у нас там? Подарочек, давайте его откроем. В смысле? Так у меня же был подарок какой-то, нет? Который я 2 часа ждал, это разве не он? Нет, это новый. А где тот, что я 2 часа ждал? Может, его положил сюда? Давайте зайдем, глянем. Так, ну, наверное, это он. Давайте сюда тогда положим старый подарок. И, точнее, новый подарок положим туда, а старый возьмем и посмотрим. Да, вот, я могу открыть. Видите, 0 минут, 0 секунд осталось. И открываем. И нам выпала вот такая вот руда специальная какая-то. Или серая, или не знаю, что это. Но оно нужно для строительства. Мы его оставим, конечно. Положим в сундучок. И пойдем дальше. Пойдем дальше сейчас очищать наш участок от всего такого, потому что даже, кстати, скоро будет по времени. А что это за такая за штучка? Давайте попробуем копнуть. Нельзя? Странно. Ладно, давайте тут немножко переберемся на остатки энергии, что у нас остались. В принципе, ее немного уже осталось. Давайте выкопаем вот эти вот деревяшки всякие разные. Чисто ресурсы пособираем. И здесь тоже надо как бы убрать это все, камушки. А как норку убрать? Странно. Так, мы 2 камушка получили, еще 5 камушков у нас есть. Кстати, видите, чувачок уже строит нам домик первый. Ну как первый, ну, уровня следующего строит. Все, нет, энергии еще осталось. Вот, нам хватило, чтобы добить камушек. Я думаю, мы новую энергию не будем делать. Давайте посмотрим, у нас открылось что-то другое. Нет, еще ничего не открылось. Давайте пойдем глянем, что у нас вообще вокруг. А то я тут как бы не бродил, чисто так пришел, посмотрел.
Ну тут, в принципе, ничего такого особенного нету. Тут есть, кстати, вот переход на верхнюю локацию через указатель, да? Так, глянем, что это здесь еще. Здесь еще какая-то постройка есть. Опять, типа, предлагают это что-то сделать в воркшопе. В мастерской предлагают нам открыть эту постройку, но у нас еще пока что закрыто. И погнали в домик, скоро будем ложиться спать. 10 минут нам остается до сна. Вроде бы, кстати, после сна у нас все восстанавливается, кстати, вот. Год первый, весна, вторник, второе число. Прикольненько. The chance of rare item drop increase. Короче, у нас какие-то тут шансы. Ну ладно, давайте поспим, да. Погнали спать. Мы 11, кстати, уровень уже апнули, прикольненько. И погнали дальше. Коровка. Кстати, вот после ночевки очень долгая загрузка почему-то, я не знаю. Что они там обрабатывают, что в этой игре так случается, но загрузка реально долговатая какая-то. Вот, наконец-то. Давайте пролистаем тут эту штуку. Во, у нас открылся какое-то событие на пляже. И... Воу, короче, теперь у нас такой домик, посмотрите, какой красивый. И все равно мы спим на матрасе оборванном. Ну да, кто сомневался. Ну ладно, давайте глянем, как наш домик выглядит снаружи. Опять с кем-то разговаривать. Так, мы это пропустим, бла-бла-бла. Да-бла-да-да, поболтали, короче. Да-да-да, круто все. Ага, тут типа... So, do you have any questions? Типа, он спрашивает, у тебя какие-то есть вопросы? Я такой, нет, это все. Окей, валим отсюда. Да ну хватит меня уже доставать, слышь ты, мужик. Гляньте, все равно. Во, наконец-то отпустил. Вот такой у нас красивенький домик, мы его сделали. Давайте уберем, посмотрим на него. Тут есть, короче, веранда. А нет, не... а что на зайти нельзя наверх? Ну блин, ну тут же... Я хотел зайти посмотреть. Пора двигаться дальше, нам нужно двигаться по заданию. Давайте глянем, что у нас по заданию. Сейчас быстренько это все сделаем. Насобираем, сделаем. Кстати, у нас энергия восстановилась полностью вся. И погнали пилять деревья. Будем пилить, пилить, пилить. Только сначала вот этот камушек, я от него избавлюсь. Он меня тут немножечко раздражает. И погнали пилить деревья. Будем сейчас просто все пилить. Блин, как же долго пилится дерево с таким топориком. Хотя, по сути, он быстро махает, даже очень. Так. Ну давайте глянем, что у нас там собралось. Ага, смотрите, за пенек нам дают вот эти супер древесинки. Денег, кстати. Давайте глянем, глянем, глянем. Нам гусеницу дали, прикольно. Нет, я пока расширять не хочу. Так, гусеницам нам дали. Вот, у меня 4 есть, еще нужно одно дерево срубить. Так, нет, гусеницы на него садить не буду. Погнали, просто срубим дерево. Так, ну, шустрее, шустрее, игра. Давай, руби дерево. О, мы прокачали лесоруба. Теперь у нас добавилось 5 энергии и... добавилась возможность дропнуться вот такого вот жучка. Прикольненько, прикольненько. Может, жучок этот нам и понадобится для всякого крафта разного. Так, давайте глянем, что у нас по заданию в итоге теперь получается. А нет, все равно не хватает одной. Погнали еще тогда одно дерево рубить, да ё-мо. Я думал, нам уже хватит. А с этого дерева вообще ничего не упало, то есть есть такие шансы. Половину энергии уже потратили. Блин, срубили 2 дерева, потратили половину энергии. Это, конечно, капец, жалко. Стоп, а мне что-то тут не дают с этих деревьев. Странно. Может, надо вот такую сосну, типа это другой вид дерева. И с него не падает. А ну-ка, давайте соберем. Так. Рубись, деревцо, рубись, давай. Хорошо, хоть оно в воду все не падает, да. Видите, с этого дерева дали, отлично. Окей, нарубили мы, нам награду, кстати, дали какую-то. За что? Только не пойму. Мы вроде бы квест еще не сделали. А нет, сделали, мы сделали квест. Теперь нам предлагают... Нужно найти Стива Лопеса... Ну, на севере города. И поговорить с ним, типа, о постройке новой штуки. Он нам даст двери деревянные. Прикольно. Прикольно. Ну, погнали. Тогда что, в город? Только сейчас я гляну наши награды, которые нам должны давать вообще. Daily gift и все дела. Ну, как всегда, за просмотр рекламы. Потом. Вот у нас за заход в игру. Где у нас? Вот. Отлично, получим. 30 кристальчиков. Блин, 30 кристаллов, это реально классно. Мы, то есть, каждый день можем, каждые 2 дня можем расширять наш инвентарь. И давайте заберем дерево. Кстати, вот оно нужно было для постройки. Его нужно очень много, поэтому то, что мы его собираем, это круто. И, кстати, можно покрутить, но тут, наверное, да. Тут есть бесплатные крутки, есть крутки за 5 кристаллов, но я крутить не буду. Хотя есть 5, в принципе, 5 кристаллов есть. Давайте один раз крутанем. Поехали. Как же без фортуны, так сказать. Блин, надеюсь, что-нибудь крутое выпадет. Вот хочу тот подарочек, самый крутой, самый темный.
Ну-ну-ну-ну-ну, давай, самый крутой подарок, давай. Не, пролистнется, нет. Опа-на, опа-на. И что это у нас такое? Какое-то письмо с сердечком, непонятно. Давайте глянем, что это такое. Later. Короче, ну, это нужно дать людям. Типа, чтобы они к тебе улучшили отношения. Возможно, но это еще не точно. Будем это все тестить. Погнали, это скинем сначала в мой, так сказать. Ну, кстати, водоросли словили, прикольно. Скинем сюда. Скинем водоросли, скинем эту штуку, скинем молочко, скинем вообще все. Все поскидываем, скинем письмо. Но, блин, надо ящиков больше делать, потому что как бы забивается потихоньку уже ресурсная наша штучка. Кстати, у нас созрели фруктики. Или что это вообще у нас созрел, тот лук. Или что это? Короче, не шарю. Что, я тут уже садил? А остальное нужно полить, да? Кстати, у нас 4 яйца получилось. А ну-ка, давайте зайдем глянем. Не-не-не, я не хотел выпускать. Во, мы, кстати, фермера прокачали. Нам дали опять же 5, ну, выносливости. И мы теперь можем делать молоко. Вопрос только, как мы его можем делать молоко? Это же у нас курицы. О, посмотрите, курицы какие стали крутые. Так, мы можем сюда... А что, они сено не едят, да? Они только едят. Давайте глянем курицу, что у нее тут. Так, full product time. Что-то у нее сердечек нету, странно. Ну, вроде нормально, вроде не голодная и все такое. Окей. Ладно. Давайте тогда... Попробуем сено давайте отдать им похавать сено. Сено. Но сюда не хочет ложиться сено. Типа, сюда им нужны другая штучка. Ну ладно, окей, я понял. Погнали тогда возьмем корм. Где мне, интересно, корм был? Я просто уже забыл. Ну, он был вроде бы в этом ящике. Вроде в ящике его кидал. Да вот наш корм. Зато у нас теперь есть яйца. Яйца мы скинем сюда, а корм заберем, наоборот. И погнали. Погнали. Надо будет сюда поставить ящик, наверное, с кормами, со всей этой фигней, чтобы кормить наших курочек. Так. Вот наш корм, берем его. Ну, конечно, можно было его выбрать в нижней панельке, но ладно. Выбрал как есть, все. Покормил, кстати, в следующий день у нас уже их нечем кормить. Небольшая проблемка такая назревает, но ладно, пока игнорируем ее. Пока игнорируем, посмотрим, что будет дальше. Так, и погнали, нам надо в город. Если я не ошибаюсь, в северную часть города, к плотнику. Так, где наш велосипед? Погнали, сядем на велик. Нажмем карту. А это не то, блин. Не туда нажал, ладно. Так. Где наша карта, блин? Она выше, вот. И погнали на автопуть. Сразу же отправимся в... Так, вспомнить, где он находится, блин. Ой. Он где-то здесь. В каком-то из этих домов живет плотник. Но в каком? Вроде в этом. С 6 до утра до 6:30 вечера, кстати, он принимает. Ну ладно, я поставил примерно, да? Я думаю, разберется. Давайте сейчас только переставим быстренько. Я думаю, ничего страшного. Вот так вот, все, поехал. Поехал наш автопуть. Кстати, вот в Stardew Valley такого не было. Это хорошая штука. Я надеюсь, я еду к тому, кому надо было. Ну, по идее, да. Вот, по идее, я еду к нему. Потому что мы у него сейчас будем строить этот воркшоп, чтобы производить семена. Ну, я так надеюсь, что мы будем производить семена. Да, вот, мы приехали. Отлично. Погнали. Так, а что она меня не пускает? Еще раз. I have a very tight shitless, not like you. Чего? А, типа я... Лол, понимаете, я попал в тайминг, когда она меня не хотела пускать. Давайте попробуем купить. Ну... Так, во. Так, где наша штука, которая производит... Вот. Вот наша фигня, которая производит семена. И нам надо ее построить. Погнали строить. Вот, да. Ставим, все. Наверное, день оно будет строиться, хотя может уже и побольше. Потому что я знаю, что они должны строить вообще подольше. Типа, давайте заберем награду. Вот, кстати, награда. Гляньте, выполнили квест, хотя сюда не было ничего, чтобы нас, типа, говорило, вот, иди туда, сделай то, и ты, типа, получишь квест. Вроде как, такого не было. Так, нам дали новый квест. Давайте посмотрим, что нам в инвентарь упало. Чертеж упал. Давайте используем. И посмотрим, что у нас по крафту. По крафту. Лейка открылась. Вот ворота деревянные открылись. Теперь мы можем строить, получается,
для наших курочек, ну, типа, на прогулку их можем выводить. И, типа, вроде бы они сено будут есть, но это не точно. Поэтому погнали, сейчас отправимся на локацию. Нам нужно вот сюда вот отправиться. Прям туда и поедем. На автопути, конечно. И посмотрим, что нам будет. Там задание такое интересное. Так, проезжаем. Ага, с этим поболтать надо. Ну, давай поговорим. Так, ну я с ним поговорю. Don't you have it? Материал? Давайте, типа, спросим, что за материал ему нужен. Он мне дал два чертежа, окей. Окей. Давайте их активируем. Где наши два чертежа? Это деревянный стол и деревянный шкафчик. Окей. Ну, типа, нашу корм... Блин, комнату надо будет улучшить. И теперь у нас квест... Джим Квитс. А потом идите к Энди. Давайте посмотрим, вот у нас есть. Здесь показывается, куда надо идти. Потому что я что-то уже постоянно путаюсь между этими ребятами. Блин, их столько, нереальное просто количество. И тут какой-то плотник, и там плотник. Везде эти плотники, мне уже... Я уже не знаю, кому идти. Хотя нет, это типа делает мебель, а тот делает именно постройки всякие прикольные. Кстати, посмотрите, какой прикольный домик. Чё у нас такой маленький, блин? А чё, его сейчас нету дома? А как? Типа мы с ним не друзья, поэтому я не могу заходить сюда. Да, гляньте, такой веселый чувачок. А как мне с тобой поговорить, чувак? Чувак, выходи, смотри, я тут... Нормально вообще, подошел к холодильнику. А что, так со всеми можно делать? Давайте потыкаем, может еще что-нибудь тут найдем. Собираем лут, короче, в его доме. Не, ну а что, мне еда надо. Еда восстанавливает энергию, а то у меня просто энергию как бы молоком восстанавливать, а молока как бы... Молоко как бы закончится, и что потом? Не, ну серьезно, что он не выходит? Ты! Челик, ты будешь выходить или как? Сколько мне времени тебя ждать? Давайте посмотрим, что мне выпало, короче. Мне далась вот такая вот штука. Lucky Cap. А, это крышечка от бутылки. Блин, мусор, короче, мне дал. Хочешь, тебе крышечку от бутылки дам, чувак? Или что это такое, блин? Какая-то счастливая шапка или что это? Короче, ладно, пойдемте отсюда. Пофиг на этого челика. Возьмем лучше ягодки. Так. Блин, у нас больше квестов нету, получается, никаких. Тогда погнали сейчас назад на ферму. И что-то там построим. My house. Нам нужно полить все, потому что я ничего не поливал. И у меня вроде бы еще семена какие-то были. Может быть, что-нибудь посадим. Посмотрим, в общем. Так, где наши тут вот семена? Есть ли у меня тут какие-то вообще семена? Семена. Я что-то не вижу. Я что-то не вижу больше никаких семян. Ну ладно. Кстати, ресурсы можно чуть вниз. Вот так вот разместить, чтобы они не мешались. И, наверное, придется искать. Блин, ну давайте хотя бы поливать будем. Тут пока еще строится. Слезем с нашего велодруга. Давайте его сюда уберем, кстати. Чё его тут оставил на огороде. И давайте поливать будем сейчас. А потом, наверное, пойдем рыбку ловить. Потому что рыбалку тоже надо прокачивать, как бы. Так, ну чё, давай. Блин, ну долго поливать, надо будет лейку улучшить. Интересно только, где мне нужно будет достать материалы для лейки. Кстати, я фермера повысил на второй уровень. Мне доступны еще более крутые, типа, эти штуки, растения. И энергия повысилась еще на 5, уже 220 энергии максимум, который мне доступен. Это хорошо. Даже очень хорошо. Так, ну давай... Блин, какой у меня огород здоровый. Бесполезный здоровый огород. Серьезно, это реально бесполезный. Ну, пока что бесполезный. Потом мы, конечно, все это будем продавать, наверное. Но, кстати, Stardew Valley там было попроще. В плане этого всего. Так, ну что? Ну, долго мы еще будем всякими штуками заниматься такими неинтересными? Я уже хочу что-нибудь там подраться. Каком-нибудь данжике там. А, вода закончилась. Давайте наберем. Вжух, и набрали. Отлично. Так, мы все полили. Теперь можно идти рыбачить. Так. Так, это уберем. И давайте рыбку половим. Я надеюсь, тут. Во, ляньте, какая там рыбка прыгает. В смысле? Давай закидывай. Во, пошло. Сейчас будем рыбачить. Я, правда, рыбалку еще не настраивал, поэтому. А, я поздно это сделал. Надо, когда значок, наверное, появляется.
дергать. Да, видите, надо дергать, и все нормально. Ну, пока что рыбка не очень сильная, вроде бы. Так, ну вроде бы словил. Еще карпа словили, давайте еще закинем. Я знаю, что рыбка дает энергию. Ну, она как бы, когда съедаете, да, ее дает энергию, еще можно ее приготовить. Ну, тут очень легко ловить рыбку, ну, может быть, мне просто какая-то рыбка такая попадается, легкая, что ли. Так, ну что, рыбка, ловись давай, давай, ловись. Ну, что, перезакинуть, что ли? Давайте еще раз закинем. Или она что, закончилась уже все? Рыбка. Не хочет совершенно клевать. Клевать. Клюют не рыбки, клюют птички. Так, где у нас options? Вот они. Интересно, я музыку случайно не убрал. Кстати, у нас тут какие-то достижения есть. Вот у нас пишет, что она на 11 уровне доступна. Что будет на 12? А на 12 нам будут доступны двое семян. Всякие штуки прикольные. И тут даже еще больше можно будет получить доступные. Ну, это круто. Ну, пока что я не вижу, вроде бы. У меня музыка включена. Ну да, все включено. Я не знаю, почему оно не работает. Наверное, тут не предусмотрено. А все, у меня энергия. То есть я потратил энергию, когда закидывал? Серьезно? Ладно, погнали. Сейчас еще попробуем поговорить с тем чувачком. Я думаю, уже достаточно времени прошло. И теперь мы сможем с ним поболтать. Наконец-то. Так, ну вроде он где-то здесь был. Давайте ягодку возьмем еще. Так. Чувак, ты не вышел из своего хаты? Уже 10:30. Ты где? Он серьезно еще там стоит до сих пор? Нет, его нету. Так куда он делся? Где мне его искать? Ё-моё. Да что за нафиг? Вот же ж. Блин. И где мне его искать? Я что, знаю, куда они вообще это ходят тут все дела? Ё-моё. Да блин, это ж нереально его сейчас будет найти. Куда он смог убежать? Так, надо. Я надеюсь, он далеко куда-то не убежал. А, вот, зарядка. Может, он здесь? Ты это ты? Нет. А ты? Нет. Так, а кто? Где он? Может, он где-то здесь? Блин, центр города объездил, не могу найти. Кстати, прикольно, здесь все сделано. Может, он тренируется, спортом занимается, все дела? Нету никого. Кстати, там еще теннисное поле такое небольшое, прикольненько. А давайте его по карте посмотрим, может, найдем. Блин, помнить бы, как его зовут и как он выглядит вообще. Меня, кстати, квест сюда отправляют. Давай сюда поедем. Если квест туда отправляет, тогда поехали туда. Чё уж. Ну да, слушайте, туда прям гонит. Странно. А, наверное, показывают, типа, он там и едет к нему. Блин, далеко же он убежал. Реально очень далеко. Какой-то храм. Японский, китайский, непонятно, в общем. Кстати, тут кузнец, надо будет к нему зайти, посмотреть, сколько нам будет стоить улучшение. Клейки, вообще улучшение других всяких штук. Так, ну чё, наконец-то мы его нашли, давайте с ним поболтаем. Наконец-то мы поболтали с этим челиком. I won't forget you, tell me. Типа он просит нам, мы ему что-то просим его рассказать. Во, мы взяли 12 уровень, нам открылась вот такая вот штучка, не знаю, что это barn. Может, это амбар для всякой скотинки, типа всяких животных, там, свиней, быков. Да, он видно, что можно добывать молоко. Окей, я понял, значит, нам нужно по-любому будет сделать это. И погнали сюда. Скатаемся. Только перед этим заедем к кузнецу. Я посмотрю, сколько стоит улучшение. Всего и всех. Надеюсь, кузнец тут еще стоит, он никуда не убежал. Вот наш, кстати, у него квест какой-то есть, странно. Я у него квест, что ли, взял? Окей, понял. Давайте так. Ага, мы можем купить у него ресурсы, это первое. Можем купить у него железный забор, железную дверь для забора. Типа изнашиваться будет медленнее. Можем улучшить штучки. Вот, типа, смотрите, нужно 20 медных слитков. Бамбук в удочку нужно тоже 20 медных, и логично. Просто 20 медных и 3000. Но у меня сейчас медных слитков нету. А подождите, тут же можно у него как-то плавить это все? Нет? Челик, а как мне плавить? А, надо печку, наверное, исследовать, точно.
Надо печку исследовать, но пока что ее нету. Погнали, отправимся по квестику. Интересно, когда нам дадут уже печь строить? Потому что Stardew Valley, там это было реально очень быстро. Там бац-бац, и все готово. Так, ну что, мы скоро там уже приедем? Велосипедик, давай, крути педальки. Модный велик. Так, вот, мы приехали. Давайте поболтаем. Так, так, так. Ну и что? Еще опыт. Мы получили 300 опыта. Неплохо. Денежек получили. И теперь у нас квест какой-то другой. Короче, вроде бы этому челику, вроде бы вот так зовут Ликвер. Да нет, это не он. А кто Ликвер у нас? Короче, неважно. В общем, нужно один день... А, ликер нужно один день, чтобы получить аромат какой-то. К Энди мне нужно вернуться через день. Окей. То есть квест у нас чисто сейчас подождать один день. Это ж Энди, тебя ж Энди зовут, да? Да. Короче, к нему нужно вернуться на следующий день, поэтому у нас сейчас фулл день остается на наши всякие штучки. В общем, погнали. Сейчас это все будем, наверное, делать. Так, нет, давай сядем сначала на велик. Кстати, у нас не прибавилось молочка, к сожалению. Давайте велик скинем и посмотрим, что у нас вообще есть сейчас на данный момент в рюкзачке. Ресурсов маловато, нам надо построить будет. Тут через карту можно зайти на любого, к примеру, нужного тебе человечка. Типа вот плотник, да? Помните бы, как плотник выглядит? Так, это наш челик, который дает этих, понял. Вот это плотник, точно. Смотрите, у нас вот это вот строится, а это нужно будет построить. А все остальное у нас есть. И вот можно второй уровень, но для него нужны камни, нужны палки в огромном количестве. А для этого нам нужны камни-палки. Поэтому сейчас мы пойдем собирать опять ресурсы, блин. Ну, одноманит-то. Короче, однообразная у нас фигня сейчас. Да-да-да, надо нажать, чтобы использовать. Кстати, мы можем... А что не можем? Все, я разрушил типа этот заборчик, ну, чтобы он не мешал нам. Да, наконец-то. Так, и погнали собирать. Видите, тут, кстати, вырастают уже новые штучки. Я, наверное, да, давайте сначала все вокруг дома восстановим, потому что у нас тут вообще все заброшено. Уныленько, так сказать. Начнем, наверное, с косы. Так, все, что можно, сейчас покосим здесь. Оно само сейчас покосит. Просто нажмем на автокошение, автокосение, короче, как-то так. Так, еще тут я не скосил, вот. Но это все вроде деревяшки и... А это скосить можно? Да. Окей. Тут мы вроде бы разобрались с травой пока что. Давайте деревья рубить. Или сначала с камнем разберемся. Думаю, будет с камнем попроще сначала разобраться. Камней не так много. Так, ну вроде мы с камнем мы совсем разобрались. И теперь давайте рубить. Рубить будем все деревья. Кстати, деревья оставляли... Ну, у них осталась прочность, получается, то, что мы в последний раз рубили его. Гусени опять получили. Но это все нужно будет, я прям чувствую. Давайте, наверное, пока маленькие деревья рубить не будем. На них, в принципе, без разницы. Блин, ну энергии капец как уходит, много. Я думаю, мы спокойно восстановим за счет, к примеру, у нас есть ягоды, и ими можно будет восстанавливать энергию. Но лучше восстанавливать энергию, конечно, будет какими-то блюдами, типа, там, пирогов, ну, всякой такой фигни. Я, правда, еще ничего не готовил, потому что у меня просто кухни нету, если что. Как бы, да, такое есть. Кстати, мы можем вроде бы построить тумбочку, типа, в нашем доме. Вжух, и упали в воду. Ну, хоть эти ресурсы нам достались, а как бы обидно, то, что те ресурсы упали в воду. Может, стоит рубить как-то с этой стороны, типа, чтобы они в воду не падали. А давайте глянем, куда сейчас ресурсы упадут, налево, направо или вперед. Налево убрали, упали. Ну ладно. Давайте дорубим еще это деревцо. Надеюсь, мне хватит энергии дорубить. Да, хватило, но еще надо дорубить пенек, поэтому погнали. Ну давайте тоже срубим. Давайте все деревья порубим. Будем оставлять, если что, деревья внизу самом. Где они нам просто в поле зрения попадать не будут. Так, мы это восстановили. Тут еще я вижу всякие разные штучки. Их тоже нужно срубить. Пни. И еще два дерева нам целых срубить нужно. И зато у нас теперь будет красивая, модная лужайка вокруг дома. С красивым видом, а не с заросшими деревьями. Блин, опять ветки в воду упали. Так, давайте вот так вот где-то тут встанем, чтобы этот...
дерево не туда упало, куда мне нужно. Надеюсь, оно сейчас направо куда-нибудь или, или вообще куда-нибудь в другое место. Да, кстати, направо упало деревцо. А, то есть смотрите, видите, я бью топориком справа, сейчас мне анимация показывает, да? Видите, топорик как бы справа дерево. И сейчас дерево бьет налево. Нет. Короче, я не понимаю, как они падают. Забейте. Рандом и все. Так. Давайте это дерево срубим. Блин, сколько здесь деревьев? 6. Хорошо, что у меня топор не ломается. Кстати, странно. Вроде бы раньше была штука, типа они ломались, топоры. Может, просто убрали это сейчас? Типа, ну а зачем, да? Ходить его чинить, лишний геморрой, по сути, ничего не дает какого-то геймплея особенного. Бульк, и упали мои ресурсы. Прикольно. Ну все, последнее дерево. Потом ограду вот эту уберем, чтобы она нам не мешала. Да, выпьем молочка, конечно. Все, последний пенечек. Отлично. Кстати, видите, оно это не хочет рубить. Придется их вот так вот уничтожать. К сожалению. Ну блин, реально, зачем мне вот эти обрубки из... Из не пойми чего. Мы их просто уберем красиво. Тут еще камушек нужно убрать. А вот это, как я понял, это сенохранилище наше или что-то типа такого. Так. Мы его, правда, еще не восстановили. Но это потом будет, конечно, все. Во, теперь у нас все красиво. Теперь у нас все красиво, только останется восстановить вот эту вот построечку, и будет вообще шикарно все. И погнали, теперь займемся другим чем-нибудь. Кстати, рыбку я ловил, давайте попробуем тут ее половить, вдруг тут что-нибудь другое ловиться будет. Гляньте, у нас какой-то буст есть красненький. Да, тут, кстати, какая-то другая рыбка красненькая вроде. Раньше не было красненькой рыбки. Или была? А нет, тоже карп, странно. Ну, типа, вот видите, какая-то аура красная идет. Непонятно, что это за аура такая. И что она дает? О, эта рыбка посильнее, смотрите. Жесткая прям. Да не, а чё, почему она ловилась по-другому, непонятно. Обычно, типа, если рыбка посильнее, то она и ловится по-другому. О, коробочка. Лимит пак. Ну ладно, давайте еще одну рыбку попробуем словить. Ну-с. Ловись, ловись. Ну, блин, я, смотрите, я даже ничего не нажимаю. Просто ничего не нажимал, и она сама словилась. Кстати, нам словился окунь вроде бы. Дейс. Или дас. Дейс, наверное. Так, погнали это все положим сюда. Пока что нам все это не нужно. У нас есть зелененькие гусеницы. У нас есть желтенькие, беленькие гусеницы. Блин, чего только нету. Есть рыбка вот такая красивая. И еще один подарочек есть. Ну и ладно. Нам нужно сейчас будет построить, наверное, еще один сундучок. Давайте его где-нибудь возле дома поставим. Так. Открываем крафт. И давайте глянем, что нам нужно на этот сундучок. Кстати, вот, чтобы построить стол, нам нужна вот такая вот штучка. Это глина, как я понял. И дерево по 50 штук, но это слишком много. Сундук стоит 10 такого... Ого, 50 таких. Ну ладно, давайте построим. Ну, потому что он нам реально нужен. Сундуки реально полезная штука. Все, у нас теперь сундук есть еще один. Отлично. И погнали. Надо вообще подумать, чем бы заняться, потому что тут как бы надо вот это все очищать. Ну давайте, блин, в принципе, этим и займемся. Потому что нам только завтра по квестику надо будет идти. А пока что, по сути, делать нечего. Хотя можно глянуть, что у нас эти ребята продают. Так, что она продает? Семена она продает. А что я семян не купил? Могу сейчас, в принципе, все пойти сейчас купить и засадить семянами. Кстати, есть какие-то очень крутые семена. Ничего это не сделал. Интересно, сейчас успею? Давайте глянем. Да-да, успеваю. Погнали, на велик сядем. Сейчас это все перекопаем и засадим все с семенами. А чё нет? Нормас. Так, назад. Назад. И на карту тыкаем. А где мне ее искать? Вот это вопрос. Как бы... А как автопуть там мне? Нельзя никак? Кстати, можно телевизор купить. Соль. Сахар, винишко. Странно. А как мне отправиться, блин, туда? Grocery. Давайте поищем grocery, может, совпадет название. Чего-то мне не нравится. Кстати, сауна-клуб, скорее всего, мы там сможем восстанавливать. Наверное, Wine Cottage, наверное, здесь находится. Блин, а где же она может быть? Closer shop? Нет. А, вот grocery, вижу. Да, то есть... Что, он сам поехал? Все? Я просто нажал на домик, он сам поехал? Ну, давайте глянем.
Да, реально. Взял, сам поехал. Прикольно. Ну тут, блин, все в китайском стиле, наверное, китайцы разработчики этой игры. О, я, короче, представляю, сколько они будут пилить русский язык. А, все, типа, приехал, окей. Я тебя понял. Сам заеду так дальше. Я ж хоть туда заехал? Ё-моё, что-то тут мне не нравится. Что-то мне кажется, это не то. Опа-на, посмотрите на этого чувачка, давайте подойдем к нему, поговорим. Так, ну все, квестик я у него взял какой-то. Потом с этим квестиком разберемся. А мне нравится такой коттеджик прям у челика. Так, погнали на велик, я не туда заехал. Немножечко. Не туда свернул. Вот магазинчик, погнали. Так, и у него, кстати, тоже квест-то какой-то есть. Так, а второй квест что? Сабсайт. И погнали, прикупим что-нибудь. Мне нужны семена. Во, отлично. Что будем покупать? Давайте самое дорогое купим. В принципе, денег дофигища. Ну, не вот такие семена, просто самые дорогие, вот по 19. Количество 99. Ну, 99 дофига, давайте. Блин, а я могу? Ну, короче, это мало. Это будет слишком медленно. Так, давайте штук 30 засадим, а потом решим. В принципе, время есть. Все, 30 штук я купил. И погнали. Погнали теперь назад. Кстати, у нас куча квестов должна была появиться. Давайте глянем. Ё-моё, реально куча квестов появилась? Кстати, 7 из 20. Толк... Ну, поговорите с 20 жителями этой деревни. Купить телевизор? Серьезно, телек купить? А сколько телек стоит? Я вроде у нее был телек. Не, ну в принципе деньги-то есть, надо покупать, значит. Может телек нам что-то даст? В плане движухи, давайте купим. Ну да, один, а что, можно два было купить? Все, квест мы выполнили на телек. Кстати, нам должны были дать награду. 100 опыта, еще что-то нам дали. И 5 алмазиков. Ну, 5 алмазиков неплохо. Ну, давайте еще глянем, что по заданию. Может что-нибудь тоже легенькое будет. Ага, вот семян. В смысле, я должен купить семена просто и принести, или что? Ну, давайте купим семян таких, таких и таких. Ну, блин, какие-то квестики странные, очень легкие. Даже не ожидал. Так. Вот эти вот они, да? По 5 штучек. Я ж надеюсь, все правильно понял. Блин, купил 4, бывает. И тут 5. Типа еще квесты выполнил. Вот, да, нам дается, типа, перемещаться. В смысле? А, с ней поговорить надо? Лол, а что за прикол? Купил у нее семена, с ней поговорил, задание сдалось. Нормально вообще? Абуз какой-то получается. Ладно, бывает. Так, что у нас тут еще? Эту фигню надо получить. Закрыть один заказ нужно. Ну ладно, это уже потом. Потом как-нибудь сделаем. Вместе с переводчиками, наверное, придется это все делать. Так, погнали в нашу халупу, надо будет ресурсов еще пособирать, потому что ее нужно будет улучшать. Я вообще не понимаю, где мы будем ресурсы добывать, когда они у нас закончатся. Ладно, еще дерево, оно все обузится, бустится. Кстати, здесь есть закрытый объезд, мы можем, в принципе, вот так вот по-красивому объехать сюда. И вот тут все начать делать. Но это будет потом, давайте сначала вот это все зачистим. У нас там вроде бы уже все открылось, даже нижнюю часть открыть можно. Кстати, сюда мы наверх можем подняться, интересно, в этот домик с красками? Уже птички тут всякие развелись. Кстати, уже вечер, блин, надо заканчивать с делами. Но, блин, у меня сейчас тут надо кучу всего садить, я же хотел этот самый посадочкой заняться. Давайте тут повскапываем. А давайте прямо вокруг этого здания сделаем тоже скоб. Хотя нужно было бы, наверное, дорожку сделать. У меня же вокруг этой штучки. Ну да ладно. Я думаю, и так сойдет. Так, что у нас по семенам? Кстати, эти семена она не забрала. И телек не забрали. Странно. Давайте посадим семена вот такие вот. Везде посадил. Нет, тут не посадил. Так, и у нас сейчас 16 штук осталось. Давайте еще покопаем тогда. Вот тут дорожку вскопаем. Думаю, будет нормас. Так, сюда, сюда. Так сказать, будем использовать на максимум. Блин, это еще надо срубить.
для начала. Так, погнали еще Семена выберем. Выберем. Посадим. Посадим побольше. Так, еще 7 штук. Ну давайте еще, блин, скопаем. Не, вот это огород, конечно, сфигачил сейчас. Когда мне потом этим всем заниматься? Это все энергию тратит. Как бы. Блин, а молочко-то заканчивается. У нас курицы, кстати, скоро помрут от голода. Вот тут будет вопрос, чем мне с ними делать. Но я вроде бы могу покупать, типа этот... Как его, блин? Забыл, короче. Ну, в общем, я могу покупать корм для куриц, вроде бы. Да, блин, что я там... Я не хотел там копать. Ну, ладно уже. Скопал и скопал. Ну, короче, думаю, этого пространства хватит, чтобы... Хотя нет, не хватит. Надо будет дальше расширять. Я думаю, дальше, кстати, вниз расширим. Пофиг. Опа, подарочек. Блин, сколько подарков, кстати, падает. Это очень круто. Это прям бустит в самом начале. Хорошенько так. Так, и давайте еще, да, последний ряд скопаем. И засадим все это нашими семенами. Вообще, тут надо все скопать и засадить семенами. Но надо, конечно, красиво сделать дорожки, всю фигню. Ну и мне надо сначала перенести вот эти домики, чтобы они мне не мешали, понимаете? Они мне сейчас тут просто на этих местах, они как бы расположены не очень, и они реально мешают. Потом мы, конечно, все это оптимизируем в плане того, что... Ну, чтобы посадки оптимизировать, в общем, все это штуки оптимизируем, будет все красиво сделано. А что-то семена быстро закончились. Что-то я такого быстрого окончания посадок не ожидал, думал, что тут посадим, куча всего... Ну ладно, давайте сейчас быстренько все поливать. О, вот это скорость. Это, короче, на. Это на, короче, на долгую быструю поливку. А это все стоит, все молоточком в одном месте бьет. Здание строится. Ну, нормально. Механика есть механика, так сказать. Так, давайте сразу сверху зальем, чтобы, блин, не ходить слева направо, справа налево. Не возвращаться куда не надо. Даже вручную буду, блин, поливать. Вот серьезно. Так. Уже немножко осталось. Ну, по-любому, мне надо идти где-то добывать руду бронзовую, потому что... Ну, без руды мы сейчас вообще никак. Нам нужно срочно поулучшать все инструменты, хотя бы до медных. Чтобы вот эта вся фигня происходила намного быстрее. Так. Ну что, уже скоро вечер, уже 6 часов. У нас энергии почти не осталось, кстати, давайте водички наберем. Жух, набрали. Кстати, тут здесь даже звуки совпадают с игрой Stardew Valley. Ну, это такое, кстати. Может, мы что-то скинуть можем? Ну, можем скинуть подарочек. Ну, давайте скинем подарочек, неважно. В принципе, где они будут лежать, будем находить их, потом открывать. Будут такие приятные бонусы. И давайте поставим телек в нашей хате. Кстати, тут есть вроде бы, вот, да, момент, мы можем перемещать, прям рядом с кроватью поставим, так, и выходим. Ну что, включим телек, посмотрим, что там есть. Home Teacher. Короче, у меня вылетело просмотр видео, и в итоге нам сейчас какую-то награду дали. Руду нам дали. Типа мы, смотрите, заходим в телек, и можем 3 видосика просмотреть с рекламой и получить за них какую-то награду. Прикольно. Тут еще можно новости посмотреть, игровые гайды. Давайте игровые новости посмотрим. Ага, это прямо нас отсылает на сайт ихний. Прикольно. Прикольно сделали разработчики. Но немножечко неудобно. Game tips, game good. Погода давайте глянем. Hello everyone. Сейчас нам погоду расскажут. Ну, погода, в принципе, это важна. Да, это типа мы там, это самое, короче, погоду вам расскажем.